Вы выделяете миллиарды денег на наше благоустройство. Куда они уходят, если нет технической базы? Летом они приезжают с дранными шлангами, а зимой они работают с лопатами. Понимаете? Невозможно ходить по тротуарам, потому что жижа из-под колес машин вся брызгает на тебя, из-под автобуса проходящего. То есть ситуация такая. Спасибо. Можно еще одну секунду? Может быть, там, где вы живете, вот, допустим, сегодня была территория, ну, извините, вылизана перед вашим приездом. По центральным улицам я согласна. Но у нас есть и другие масса улиц. Вы знаете, я хочу сразу сказать, мисс Ольга, что я бываю не только на центральных улицах. Поверьте мне, я в городе меня знают, я и хожу и пешочком, и могу видеть, что изменения, которые есть. И хотел бы сразу сказать, я не знаю, какое отношение, может быть, около вашего дома у вас есть обида, говорить, что все плохо. Отдельные недостатки, которые есть. Наш город превратился в большой аул. Сейчас мы находимся на Тимирязево, Ауэзово, Атакент. Город просто превратился в кашу. Посмотрите, в каком году мы живем. И вот такое творится.